лесах Коми отменен режим чрезвычайной ситуации. Указ об этом подписал глава Коми Владимир Уйба. Лесопожарная обстановка стабилизировалась, количество возгораний кратно сократилось. Крупные очаги в Нижпоповском и Ударском районах ликвидированы. Режим чрезвычайной ситуации на их территориях отменен. Кроме того, заметно понизилась среднесуточная температура воздуха. Тем не менее, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми поручено продолжить организацию работы по тушению лесных пожаров до полной их ликвидации. Контроль за исполнением указа глава Коми оставил за собой.